покоління, на твоїй сім'ї, твоїх дітях, їх дітях, їх дітях. Його милість нехай буде з покоління в покоління, на твоїй сім'ї, твоїх дітях, їх дітях, їх дітях. Його милість нехай буде з покоління в покоління, на твоїй сім'ї, твоїх дітях, їх дітях, їх дітях. Його милість нехай буде з покоління в покоління, на твоїй сім'ї, твоїх дітях, їх дітях, їх дітях. Та присутність Його буде все навколо наповняти, бо попереду й позаду, і Він поруч, Він з тобою. Кожен разом, кожен вечір, коли йдеш ти і приходиш, коли плачеш і радієш, жизни посредством огня, ибо ты есть огонь поедающий. Зажги наши сердца для того, что ты имеешь в наших жизнях совершить во имя Иисуса. О, Боже, 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 благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Спасибо, Боже, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Касайся, касайся, касайся твой народ. Да уйдет всякая суета с этого места во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю божественный шалом, 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 пленяю всякое помышление в послушание Иисусу Христу. Благодарю за мир, мир твой, как река,
Написано, что шалом Твой, как река, Он разливается в нашей жизни, в наши семьи, в наши обстоятельства во имя Иисуса Христа. О, доверяем Тебе, доверяем Тебе, Боже, и это собрание в Твоих руках, Боже. Мы благословляем нашу страну Украину, с севера на юг, с запада на восток. Спасибо Тебе за нашего президента, за главнокомандующего. Благодарю, Господь, за военных, за наступление, Боже. Просим Твоей охраны, защиты, всех благословений 90-го псалма во имя Иисуса. Мы просим чуда, чудо окончания войны во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Вся слава, честь и хвала Тебе, Господь. Воздаем Тебе славу, честь и хвалу, ибо Ты достоин. Аллилуйя! О, Иисус! Благодарим, 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 благодарим Тебя. Слава, слава, слава Тебе, слава. О, написано, воскликните Богу все народы. Восплещите и глазом радости воскликните, ибо радость Господи есть сила моя. Сила моя, сила моя. Аллилуйя, слава Богу. О, добрый день всем, присаживайтесь. Вы после нашего сотрудничества с баптистами немножко, понимаете, они вчера даже высказались, что мы даже разницы не увидели. Ой, вы такие хорошие. Я говорю, это комплимент или что? Или как? Нет, ну слушайте, ну действительно, мы пришли в чужое, слава Богу, сам епископ, вы понимаете, он, это большой человек, это епископ всей Черниговской области, всех баптистов. Они здесь уже больше 100 лет. Если в Нежине 100 лет праздновали, спасибо, то здесь у нас еще они больше. И их много, и они очень влиятельные, понимаете? И это милость Божья, что вот так вот у них ну, он вчера же высказал, да, что я знал вашего пастора, мы-то ворощевали, и все такие, ну да, и я с ним пересекалась по общественным деятелям, с Владимиром Михайловичем, и слава Богу, что они нам позволили. И, конечно, мы с кем я обсуждала это? А с Оксаной, я говорю, Оксана, ну понятно, что если бы мы были сами по себе, то у нас потом бы были веселья, конкурсы, концерты и так далее. Но как-то и жарко было. Но само крещение прошло хорошо, правда? Крещаем мы, вы довольны? Сейчас мы вас будем поздравлять, да? Ну, атмосфера была чудесная, Господь был с нами, поэтому, слава Богу, это важный шаг, который вы совершили в жизни, этого посвящения Богу, этой демонстрации своей веры. Поэтому сейчас, пожалуйста, все, кто принял водное крещение, выходите, мы вручим вам тонну свидетельства, такие, что-то совсем мало вас, а где все, такие у нас шикарные фото с пастором, и коли момент запечатлели, коли... Давайте поприветствуем. Церковь, что такое? Что такое? Я не понимаю, вас надо размораживать. Все хорошо, мы у себя в своем, поэтому, да. Так, драгоценные, ага. Хорошо, сейчас будем... Брата Сергея нету, Миколаевича. Он мне вчера такое, он меня подвозил вчера, он такое понарассказывал. Оказывается, я помню, когда за него молилась, и знаете, иногда, когда молишься, ты чувствуешь, как из тебя сила исходит. И вот у меня было такое, думаю, боже, что за человек? А он мне рассказывал, вы за меня помолились? Я перестал в этот же день ругаться, он такси, чтобы вы понимали. Я перестал ругаться. И говорит, я не мог выпить после этого. Я говорю, боже, какая красота. Я говорю, а что жена говорит по этому поводу? Говорит, ну это другой человек. Я говорю, так пора и в церковь. Ну, говорит, еще она еще думает. Ну, я, говорит, я им всем рассказываю, все, значит, вот. Единственное, с куревом, говорит, вы понимаете, и от этого отвернула. Но я, говорит, сам. Вот поэтому, знаете, ну, уже если Бог освобождает, не возвращайтесь, ну, туда, куда не надо. Хорошо, я хотела, чтобы он вам сам лично рассказал, но коль его нету, я уже ж поверьте, что пастор не на это, а просто радоваться, что Бог он благословляет. Итак, начинаем. Чапрак Светлана Миколаевна. Так, доброе. Божьих благословений вам. Так, Лобачева Віра Іванівна. Це ви, ми вже знаємо. Дякую. Да.
Так, за Пателюк Емма Васильівна, це ви, Боже. Ви для мене такий, знаєте, надихаючий приклад у цих шляпах. Як ви виглядаєте? Я не скажу, скільки років, але ж це класно. Так, а Дениса нема сьогодні теж, да? Щось, мужчини десь якся так. І Марини нема, да? Нема Марини, да? Ну, вони вчора з мамою були. Мами, між прочим, ходять к Петру Павловичу Бєвзу, к баптистам. І 10 разів мені сказала, ну, от дочь вибрала такий путь. Я говорю, не волнуйтесь, говорю, все хорошо. Хороший путь, все прекрасно, говорю. У мене, говорю, знаєте, я баптистка в якому поколінні? Все нормально, говорю. Гавриленко Ганна Михайлівна. Слава Богу. Дочке привет большой. И расскажите, какое важное событие. Заслонка Олена Евгеньевна. Классно. Так. Так, Сергей Миколаевич, нема его, я про него розповідала. Так. И Ирина Миколаевна, це ви. Так, ну что, давайте мы помолимся за них. Что, что-то не то? А, простите. Так. А вот, Светлана Ивановна. Я ей отдала конверт. Боже, простите меня. Хорошо, благословение. Так, церковь, протянем руки, давайте мы помолимся за них. Так, сидите до конца, знаете, как в самолете говорят, до полного выключения двигателей, до конца служения, потому что будет тоже что-то цікавое, я буду молиться. А сейчас я просто общей молитвой, да, помолимся. Господь, мы благословляем наших дорогих, Господь, ну, здесь пока сестры, Господь, и братьев, которые там, Боже, благодарю Тебя, Господь. Боже, и с этого дня действуй по-особенному в их жизнях во имя Иисуса. Боже, пусть Твои дары начнут проявляться, Господь, пусть Твоя воля благая, угодная, совершенная исполняться начнет в их жизни и призвании во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Все, присаживайтесь. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, все хорошо. Идемо далі. Идемо далі. Так, значит, дорогая Оксана, где ты? Ты меня назначила головой управления всего, чего только можно, пожалуйста. Поэтому кто там... Слушайте, я вас прошу, подкорректируйте, хорошо? Столько должностей мне оказалось, чтобы потом мне не сказали, что я тут вообще свое царство устраиваю, вы что? Итак, ну ладно, не буду всего рассказывать. Там с одним бывшим чиновником общалась, и топ-чиновник, ну наш, он друг семьи, друг пастора, он когда-то был топ-чиновником Киева, значит, помощник мэра был, потом, значит, районом руководил, вот, и у него там всякие, ну ладно, вот. Слава Богу, что... Он мне позвонил, и у них там с Давидом бизнес совместный получился. И он мне 15 минут рассказывал, какие у меня шикарные дети. Я говорю, ну, говорю, льстишь, говорю, что, ну, я же знаю, что бывший политик просто так что-то... Не-не-не, это просто, вот, ну, вот реально, ну, вот, ну... Я говорю, ну, видишь, вложились мы с Геворгом, и по Божьей милости так все и получилось. Ой, слава Богу, слава Богу. Так... Так что вы поняли, да, что немножко там почистите мои должности, которые на самом деле не мои. Я голова правления Оксана, где Оксана? Она на детском. Только нашей общественной организации. И все, и на этом мое правление заканчивается. Пока что. Так, огонь Святого Духа, Матфея 3:11. Ну вот, понимаете, вчера мы так все у нас благочинно, красиво, потому что меня предупредили, вы же знаете, наша доктрина и все, я не против, я сама хожу, когда у нас по общественным делам, мне надо посетить отца Романа в этой, как он называется, господи, в Катерининке, да, ну вот, ну я же тоже ж надеваю эту косы с покрытой головой, как положено, ну потому что, ну когда ты идешь, знаете, надо ж как-то
уважать ихнюю традицию, не более того. Это не значит, что я все, теперь буду все время в косыночках ходить. Вот. Ну, в ихний храм, да. Вот. Так же и вчера мы провели, мы там не крестили Духом Святым, у нас не было бурных молитв, хотя обычно на крещении у нас все это весело и хорошо. Ну вот, то сегодня будет продолжение банкета, как обычно, знаете, гуляют по несколько дней, ну вот и у нас так будет. Спасибо всем, кто, я уже написала в чате, но спасибо, что такое, почему он не выключился? Это самое. Спасибо всем, кто помогал, потому что это действительно большая была работа проделана, когда вы закупали, потом кормили всех, жарили на такой жаре эти шашлык-машлык этот, боже мой, братья. Ну, вы, значит, сертификат уже можно вам выдать. И готовьтесь теперь на 9 сентября, когда к нам приедет сегодня регион, пастора регион. Хорошо? Ну, где-то у Оксаны, наверное, мы сорендуем это. А потому что они мне говорят, а мы возьмем, как это называется, не мультиварки, а что-то еще есть такое. Ну, в общем, и посчитал мне один из пасторов, вот я буду делать, у вас есть там, говорит, розетка? Я говорю, да, розетка есть. Я говорю, ну и сколько, говорит, ну это я 4 часа буду готовить. Я говорю, знаешь что? Говорю, 4 часа, говорю, у тебя на молитве не будет? Ладно, говорю, не волнуйся, Анжелика Анатольевна что-то придумает. Матфея 3:11. «И я крещу вас в воде в покаяние» — это слова Иоанна Крестителя. «Но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Духом Святым и огнем. То есть мы понимаем, что Иисус принял сам водное крещение. Да? Мы говорили об этом, он зашел в воду, вышел из воды. И вот здесь Иоанн говорит о нем же, об Иисусе, что вот он будет крестить Духом Святым и огнем. Водное крещение — это шаг. Но нужно постоянно нам быть в этом духовном крещении, понимаете? Потому что водное крещение — это раз в жизни. А исполняться духом — это должно быть постоянное переживание нас, новозаветных верующих. Постоянная жажда вот этого божественного огня. Понимаете, как мы дальше посмотрим, что огонь на жертвеннике в Левитах написано «не должен никогда гаснуть». Понимаете, сердца — это теперь жертвенник переместился, да, теперь храм переместился внутри нас, это уже скиния внутри нас, жертвенник — это наше сердце, и поэтому мы ответственны за то, чтобы вот этот огонь для жертв, он постоянно, а чтобы огонь горел, там должны быть жертвы, да, то есть там должно быть чисто, там надо вовремя убирать вот эту золу. Ну, то есть, понимаете сам процесс. Хорошо, Лука, 12 глава, это то, что Иисус сам говорил об огне. 49 и 50 стих. Лука 12, 49. Ну, говорят, завтра уже не так будет жарко, да? Я понимаю, что люди не все, потому что жара. Но у нас здесь, спасибо Богу, все хорошо. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Вот это Иисус говорит. «Крещением должен я креститься». И мы помним, что креститься — это баптиза, это значит полностью куда-то погрузиться. «И как я томлюсь, пока сие совершится». Пока сие совершится. Видите, то есть Иисус понимал, что у него вот это вот крещение, для него крещение — это было все-таки его жертва, то, что он принес за нас, крест. Это было его предназначение, понимаете? Но он везде говорил об этом крещении, он говорил об огне Духа Святого. И когда, помните, он уходил, он сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, не отлучайтесь, потому что вскоре, значит, к вам придет утешитель, обещанный Дух Святой». И мы понимаем, что Дух Святой, он пришел в день Пятидесятницы, наполнил помещение. И вот то, что сказал Иисус Лука, это было пророчество о том, что исполнилось Деяние 2 глава, 3-4 стих. Мы видим там, не будем сейчас открывать, языки пламени. Нет, хотя давайте откроем, потому что я буду потом молиться за крещение Духом Святым. Деяние 2 глава. «И явились им», ну, то есть были собраны, помните, 120 человек, среди них апостолы, мама Иисуса Мария, в том числе была, ну, там это красиво написано, с некоторыми женщинами, знаете.
Вот, ну, значит, были там женщины, значит, женщин тоже Бог как-то на них сходит Дух Святой. Вот, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, видите, как пламени огня. Но если вы смотрите картины, посвященные этому художнику, такие, кто-то как шапки рисует, знаете, вот такие ореолы, а кто-то прям пламя огня. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть у них открылись уста, они начали говорить другими языками. И это знамение, которое пришло и родилась церковь. Что такое вот эти вот языки? Это написано молитвенные языки, тайны говорим Богу Духом, когда наш ум остается без плода, а мы говорим напрямую Богу. Ну, в общем, таким сейчас военным языком спецсвязь, понимаете? Вот у военных есть же спецсвязь, которую никто не может там прослушать и так далее. Вот это вот там. И вы знаете, дьявол не понимает этих языков. Поэтому, когда мы практикуем эти молитвы на языках, это важно, это строится наш внутренний духовный человек, тайны Богу Духом, мы в этом и пророчествуем, и решаются все обстоятельства, потому что об этом очень много Павел учил. Не останавливаясь сильно на этом, идем дальше. Хотя мы сегодня помолимся, и те, кто не крещен Духом Святым, вы примите этот дар иных языков. Дух Святой со знамением говорения на языках. Так? Это есть крещение, погружение. И также мы, как церковь, и каждый в отдельности нуждаемся в огне Духа Святого. Когда Дух Святой овладевает душой, его влияние подобно действию огня. Евреям 12 глава, 29 стих. Огонь. Знаете, вот, ну, в принципе, я стараюсь тоже в балансе вас учить, баланс благодати, баланс страха Божьего, да. Вчера послушала Евгения Пересветова, ну, он в своем, конечно, ну, хорошие у него проповеди, особенно последние такие, он же в Америке сейчас, и, ну, в церковь идет хорошо, но он столкнулся с этими американскими всякими, знаете, проблемами, вот эта гиперблагодать, вот эти всякие. И он четко проповедует то, как есть, то, как Библия говорит. И очень так это все корректирует хорошо. Значит, Евреям 12:29. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Вы понимаете, насколько Бог есть любовь, настолько вот он есть огонь поедающий. Помните, мы говорили о ревности Божьей, да? Что вот он ревнует нас к идолам, ко всяким, вот, ну, к тому, что нехорошо, к тому, что не в его плане для нашей жизни, понимаете? И если мы будем внимательны, мы всегда это почувствуем, куда нам не нужно идти, в какие двери нам не нужно ломиться, что нам не нужно делать, чтобы следовать за ним, потому что огонь также, ну, мы посмотрим, это также он одно из водителей посредством своего огня, он освещает нам путь и ведет нас, как это было с израильским народом. Давайте поговорим о символах и действиях огня в Библии. Помните, огонь, как мы видим, вот огненное служение Моисея, и оно началось с огня. Вот этот куст, который горит и не сгорает. Представляете? И настолько это было на него произведено впечатление. Ну, представьте судьбу Моисея. У него только жизнь наладилась, женился, все хорошо. Тесть приличный, священник мадианитянский. Все наладилось, все прекрасно. Он уже забыл про свое еврейство, про Египет. Все хорошо. И тут этот куст. Почему? Потому что, послушай, призвание, оно побеждает все. И если на твоей жизни есть это огонь вот этого призвания, он тебе не даст спокойно нигде быть. Это как пастор Генри рассказывал, когда он боролся с Богом, что он не может быть пастором в Украине по причине цвета кожи и других всяких предрассудков. И вообще я, говорит, заканчиваю этот самый свой университет и пойду в Англию, там очень хорошая, как бы, оплачиваемая работа меня ждет. А Бог ему сказал: я тебя там не благословлю, и все развею. Вы скажете: о, Бог такой, ну вот да. Когда касается призвания, вот может быть тогда. Поэтому так важно быть в правильное время, в правильном месте. Ты скажешь: ой, только не напрягайтесь, да, потому что некоторые услышат и начнут вычислять. Слушайте, Бог, он заинтересован сам в этом призвании, и он вас приведет, выведет и поставит туда, куда нужно. Просто позволяйте ему действовать. Итак, огонь призвал Моисея.
Вы знаете, Моисею, вот я размышляла, почему вот таким образом? Потому что Моисею надо было иметь смелость взойти на вот эту гору, которая вся пылала огнем. Он сам должен внести в себе был этот огонь, понимаете? Он должен был иметь эти переживания. Поэтому твое призвание, ой, слушайте, это прям откровение. Вот момент твоего призвания, он определяет то, каким путем это призвание будет в твоей жизни двигаться. Смотрите, горящий куст, огонь, да? И потом Моисей идет на гору. Народ испугался, потому что написано, что гора дымилась, громы, молнии. Это типа, знаете, вот как можно представить извержение вулкана. Вот такое что-то происходило с этой горой. Даже народ испугался, они все отошли подальше. И говорит, на, иди сам, не надо нам. Только Иисус Навин, как верный служитель, уже был под горой. Тоже вот такое призвание Иисуса Навина. И он пошел на гору. Поэтому вот этот вот огонь, он действовал дальше в его жизни. Значит, Левитам 6:12 мы уже говорили, что огонь на жертвеннике пусть не угасает. Это касается вообще-то как бы ритуального закона. Смотрите, вот тоже слушала одних наших дорогих Махненко и Демидовича. Это все рассуждения, два портфеля. Ну, может, смотрите, ну, там они ругаются постоянно. А сейчас уже не ругаются, потому что оба капелланы, оба на войне. Вот. И ну, тоже рассказывали разные мысли о любви к врагам и все такое. Ну, я послушала, да, интересно. Ну, так они очень даже и нормально согласились в конце. Вот. Ну, и, значит, я к тому, что я потом вычитала, что, значит, а мне все время вопрос не дал покоя, думаю, что-то мы все смешиваем, не смешиваем. Ну, действительно, смотрите, закон состоял из трех частей. Был закон моральный, вот эта Нагорная проповедь — это моральный закон, даже уже, ну, в Новом Завете. Был гражданский закон, то есть об отношении с властями, с государством. И был еще ритуальный закон, это вот это Левит, вся книга, жертвоприношение, чистое, нечистое, что касалось, понимаете? Понятно, что в Новом Завете вот этот ритуальный закон, он упразднился, потому что написано, что Христос, как наш первосвященник, он вошел. Но закон гражданский, он же остался, просто мы не еврейский народ. И мы подчиняемся ему в рамках той страны, где мы живем, правильно? Но принципы такие, там, подчинение власти, что власть должна иметь ответственность, и как там написано, что, ну, я когда-то за эту тему, помните, мы освещали, что не напрасно же слуга Божий, представитель власти носит меч. Для чего? Для того, чтобы поощрять делающих добро, это у Петра написано в послании Петра, и наказывать за плохие вещи. Понимаете? То есть вот суд принадлежит. А когда власть, естественно, мы видим в деяниях апостолов отношения, когда идет вразрез моральный закон с гражданским законом, кто побеждает? Моральный закон. Правильно? Моральный закон. Поэтому вот так вот. Хорошо, ладно, это такое отступление. Значит, Левитам говорится, чтобы на жертвеннике огонь не сгорал. И давайте посмотрим Третье Царство, 17 глава. Третье Царство, 17 глава, 24 стих. Здесь история пророка Ильи, времена Ахава. Значит, Иезавель там устроила жуткие всякие вот эти вот, и дала поклонство. Израиль ввела в это все. И из-за этого не было дождя. Ну, Илья, как Божий пророк, он руководил этим всем. Значит, вначале дождь запретил дождю, потом, значит, дождь вызвал через молитву. Вот. И здесь написано, значит, он собрал этих пророков Ваала, и было такое, знаете, противостояние, такое, как это называется, батл, да, между пророком Ильей, и там 450, да, их было, этих пророков Ваала. И они там такое вытворяли: «Призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо, пусть будет так». То есть, понимаете, наш Бог, он отвечает посредством огня. Вот он отвечает, он сходит на наши жертвы. Еще раз, жертвы в Новом Завете переместили жертвенник в наше сердце. И мы ответственны за то, чтобы этот жертвенник всегда был в порядке, и чтобы там всегда был огонь, и чтобы там всегда была жертва. И все это взаимосвязано. Аминь. Потому что огонь куда сходит? На жертву сходит. Аминь. Вот вы сегодня сделали пожертвование мне, Боже, да сойдет огонь на все эти жертвы, и благослови, и восполни все нужды по богатству своему во славе.
Посмотрим, значит, еще пример, что да, огненный столб. Помните, когда Израиль вышел из Египта, да, и по пустыне они шли. Пустыня — место весьма невеселое. Там, получается, днем жара жуткая, вот, а ночью там холодно, там резко вот заход солнца, падает температура, темно и холодно. Вот. И Бог в своей заботе, в своем обеспечении о своем народе днем — это что? Это было облако, знаете, которое покрывало. Дорогие мои, вот вам, чтобы было хорошо, вот вам облачко, да? Вот. Ночью это столб огненный. Для чего? Показывать путь и согревать. Показывать путь, и чтобы не было холодно, согревать. Вот. Так что огонь, он очень многообразные действия имеет. И давайте мы посмотрим действие Духа Святого как огня. Действие Духа Святого как огня в разных направлениях. Значит, первое. Огонь все открывает. Огонь все, сейчас объясню. 1 Коринфянам 3:13. Ну, я бы сказала, открывает, и больше сюда подойдет слово испытывает. Испытывает. 1 Коринфянам 3:13. Здесь написано каждое. Давайте с 12 стиха. Строит ли кто на этом основании, ну, выше говорится об основании Иисуса, что основанием является Иисус Христос, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Слушайте. Огонь испытывает дело каждого. Я в шостке, когда у нас было вот служение, я этот стих тоже мы разбирали. Значит, первый момент, там говорится, что мы строим основание Иисус Христос. И там приводятся примеры две группы материалов. Сено, солома, что там еще? Вы быстро так убрали, как будто у меня не голова, а компьютер. Вернитесь обратно к месту Писания. А скажите, пожалуйста, ладно, это я потом в рабочем порядке с вами разберу. Когда прямые эфиры, мне не нравится, когда вот это все висит, черное, может, надо другое найти, перевод. Выше, 12 стих. Значит, смотрите, две группы. Золото, серебро, драгоценные камни. Это что? Это что-то дорогое, правильно? Дорогостоящее, что нужно добыть, во что нужно вложиться для того, чтобы его приобрести. А вторая группа материалов — дерево, сено, солома. Ну, такое, пошел там соломка где-то, сено, дерево срубил, ну, тоже что-то там сделал, да? Это вот... У нас в церкви был один брат, и, ну, я не хочу вообще, да, чтобы вы даже поняли, о ком речь. Ну, короче, а другому брату про него приснился сон. Вот, как будто он приходит в церковь и хвастается, что у него шикарная машина. И машина действительно внешне произвела впечатление. А когда подошел к ней этот брат, который видел сон, «Боже, я такое накрутила?» Ну, я думаю, вы поймете. Говорит, я, говорит, потрогала, она из пластика, она вообще как картонная. Все. И вы знаете, иногда, слушайте, ну мы можем впечатлить людей, но с Богом же это все не пройдет. Как Библия говорит, чтобы вам и одетыми не оказаться нагими. Поэтому он знает движение сердца, он знает наши мотивы. Поэтому вот смотрите, и огонь приходит на все наши дела, на все, что мы делаем. И вообще огонь испытывает, написано, что огненного искушения не чуждайтесь, то есть в любые сферы жизни он приходит, этот огонь, в виде обстоятельств, в виде испытаний, в виде чего угодно. И вот если ты строил правильно, если ты вкладывался и строил из дорогостоящих материалов, понимаешь, это все устоит. А если это дерево, сено, солома, 13, давайте 14 стих, там написано: у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Знаете, вот эта благодать, что это не касается спасения, а касается больше нашего служения и вот этого всего, да, внешней деятельности нашей для Бога, а не нашего спасения. То есть Бог, твое спасение останется. Ну, как пастор говорил всегда, придут ангелы-пожарники тебя как-то вытаскивать из этих ситуаций. Понимаешь? Вот не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы вокруг тебя были ангелы пламенеющие. Ну, мы в конце посмотрим. Хорошо.
Значит, это поняли, что огонь, он открывает. Крещение огнем направляет лучи святого света в тайники человеческой души, и мы видим всякую нечистоту. Также этот огонь, который приносит дух раскаяния. Дух раскаяния приносит, да. И это нужно. Вы понимаете, нам нужен этот огонь и переживать его. И как Давид молился: от тайных очисти, от умышленных удержи. Мы же смотрели, как Давид, когда Давида снесло крышу, его так понесло, что он ни пророков не слышал, вообще ему все равно. Только вот пророк пришел уже в конце, а его ничего не обличало. Хотя вроде бы муж по сердцу Божьему все. Поэтому, знаешь, стоишь, если ты стоишь, вот не гордись. А всегда будь смиренный перед Богом и проси, чтобы действие огня в твоей жизни не прекращалось. Второе. Огонь удаляет шлаки. Малахия 3, 2, 3. Малахия 3 глава, 2 стих. Огонь удаляет шлаки. Ну, короче, чтобы переплавить металл переплавляет и удаляет шлаки одновременно. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Видите, Бог хочет производить вот эту внутреннюю работу, если это преломить на Новый Завет, да, вот это вот Малахия, последний пророк Ветхого Завета, то Бог, Он хочет посредством огня удалять шлаки, переплавлять, удалять примеси. Мы есть большая драгоценность для Бога, и поэтому Он хочет производить работу. И именно огонь Святого Духа отделяет драгоценное от низкого, греховного. Понимаете? Поэтому очень нужен огонь. Молитесь об огне, чтобы он постоянно сопровождал нас в жизни. Аминь. Дальше. Третье. Огонь освобождает от веревок греха. Да. Огонь освобождает от веревок греха. Не буду все места Писания, потому что, ну, как бы, надо закончить и молиться еще, что главнее. Там говорится в Судьях, помните, когда Самсон, ну, о Самсоне много есть всяких версий, проповедей. Кто-то говорит, что все-таки он в конце жизни, ну, действительно, он в конце жизни он исполнил свое призвание. Но какой ценой, слушайте? А из-за чего? А из-за того, что вот как-то что-то у него было сломано с самого начала, и он не поработал. И вошел в это призвание и помазание с вот этим вот дефектом. И в результате вот такое вот. И у Тиди Джейкса вообще шикарные на эту тему проповеди. Вот. Ну, слава Богу за призвание. Ну, просто какая цена была этого призвания. И там говорится, что когда его там филистимляне связали, а он же еще с волосом, с помазанием, да, вот. И он разорвал, это написано, как от огня веревки распались. Ну, вы видели, когда перегорают веревки? Они же, это же вообще, какие бы они ни были, там даже канаты или что. И вот таким образом, если дьявол нас опутал узами греха, то Божий огонь сходит, и все это распадается вот так вот, на раз. Поэтому цените эти моменты, когда вы в присутствии Божьем, в Доме Божьем. Да, Бог может делать это наедине, в тайной комнате. Я не против, так и есть. Я читала много свидетельств, знаю лично людей, которые переживали всякие моменты освободительные. Но в церкви вот это вот общее помазание, когда мы собраны во имя Господа, когда Дух Святой приходит, здесь это происходит особенным образом. Также четвертое. Значит, и дает нам смелость, ну, в деяниях, помните, когда они вначале испуганная группа была учеников. После того, как Иисус ушел, они ничего не, до конца не поняли, многие из них, кто-то опять пошел ловить рыбу, кто-то еще, и, в общем, не было полного понимания, хотя он им это все рассказывал, предсказывал, ну, люди есть люди, что-то недослышали, что-то недопоняли. И вот, получается, когда Дух Святой сошел в огне, да, Петр, который до этого, служанка его, говорит: а ты был с ним? Да, о чем вы? И что случилось с Петром после крещения Духом Святым? Он, написано, встал и сказал еще: нет, это не так, и покайтесь, и все. И 3000 каются. Помазание, смелость сходит на Петра, понимаете? Вот и все. Поэтому это тоже действие Духа Святого, его огня. Огонь смягчает, вот интересно, да, и расплавляет также.
То есть мы должны понимать, что огонь — это не только такая стихия, такая прямо все, значит, как драконов показывают. Ладно. Он также согревает. Он также согревает. Нет, смягчает и расплавляет. Псалом 67.3. Там говорится, что как воск тает от огня. А кто любит свечи и вот эти все дела, нет? Как они там тают, и там что лепишь, и оно так все красиво. Ну, женщины меня поймут. Правда, в эту зиму пришлось их, ну, не то что любить, а они пришли, пришлось ими пользоваться. И это, эти запахи, которые стояли по всему дому, это ужас, конечно. Ну, а что делать? Мы потом фонарь купили, но все равно периодически забывали его это, заряжать, и все равно свечи спасали, когда вот это отключали свет. То есть плавит воск. Исайя 64, ага, как рассеивается дым, так рассей, ну там о врагах. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. Да? Тает воск от огня. Вот. То есть Бог, Он с посредством огня совершает вот это мягкое действие, когда наши сердца плавятся от Его теплого прикосновения. Теплое прикосновение. Переживали тоже. Это тоже огонь Божий. Вот это теплое прикосновение внутри. Ну, вы знаете, он великий мастер, он знает, как с каждым нужно. Кому что нужно. Либо тебе сейчас нужен такой огонь поедающий, что-то нужно ударить в твоей жизни и сжечь. Либо это воск вот этот, вот, знаете, просто теплота вот эта. Дальше огонь согревает. Помните, когда Иисуса ученики пошли ловить рыбу, и уже после его воскресения он разложил костер, написано, и там рыбу им. Брат Сергей, слава Богу, в конце, ну, мы вас поздравим, и вы нам расскажете свое свидетельство. И это самое, разложил костер. Костер согревает, правильно? Когда холодно, от костра идет тепло. И приготовил им ужин, вот такую заботу проявил. И это тоже огонь. Это тоже огонь вот этого тепла нашего душевного. Вот это когда мы хотим согреть кого-то, да, через вот этот, это тоже действие Божьего огня, понимаете? То есть насколько оно многообразно, как написано, многообразная Божья премудрость, что огонь согревает. Христос разложил костер после своего воскресения и приготовил своим разочарованным ученикам завтрак. Ой, какой он же замечательный, понимаете? Кто любит завтраки, когда кто-то готовит для вас? Да? Ой, ладно, не буду. А то потом скажут, опять ты мама. Огонь закаливает. Огонь закаливает. Делает нас более прочными. Да? Что такое? Ну, вы знаете, в семьях надо... Что вам хочу сказать? Дети — это шикарно. Это часть нашего, то, ради чего, как бы, одно из, то, ради чего мы, собственно, выходим замуж, женимся, да, ну, плодите, размножайтесь и так далее. Но вы знаете, нельзя вокруг них строить свои отношения, потому что, ну, они вырастают и уходят, понимаете? Надо сохранять вот этот коннект в протяжении всего времени. Поэтому я вам советую, дорогие, ну, знаете, у нас тоже дети были, и все мы росли. Понятно, у нас не было возможности так часто куда-то выезжать вдвоем, да, потому что пастор был занят, то он туда, то он сюда, то еще что-то. Вот. И это было упущение. И я помню Филиппу на свадьбе, ну, пастора Генри сын, когда женился, и он так, они ходили с Настей после уже всех этих там, когда уже мы были в этом, ну, на свадебном пире, и говорит, что вы пожелаете? Вот. Ну, пастор Егор, как обычно, там, огня, все. Вот. А я говорю, слушай, Филипп, вот слушай меня. Отдыхайте вдвоем всегда, сколько бы ни было у вас детей. Вот это тебе... Вот точно? Говорю, точно. Говорю, Насте понравится. Потому что, ну, так оно и есть. И надо сохранить вот эти отношения. Этот огонь тоже должен быть в семейной жизни. И вы оба ответственны, понимаете? Не надо сказать, что только вот муж, все, давай, это твоя ответственность, ты глава, давай, значит, занимайся дровами, все, подарками меня заваливай, завтрак в постель, кофе, мофе. Ну, это тоже надо, ну, хотя бы изредка, ну, не только на 1-8 марта, да что такое. Вот, как у нас уже 8 марта отменили, но мы все равно в этой парадигме, поэтому, братья, сестры, кому 40+, вы от этого никуда не уйдете,
Никуда. Вам надо будет выдумать, может, другую дату, но ритуал соблюсти. Ну, мы так привыкли. Мы так привыкли. О, Боже мой. Хорошо. То есть... Огонь должен гореть, и вы оба ответственны, потому что бывает, когда кто-то подслабевает, знаете, рутина, оно тоже, вот эти заботы житейские, суета, все как это самое, уже в ритуал превращается, но поэтому как-то, несмотря на то, что вот война, ну, знаете, я уже как-то вышла из этого немножко. С одной стороны, да, плохо, мы живем под этим вот постоянным, эти ракеты летают, Давид Хмельницкий, и тут вчера Хмельницкая область, летят ракеты. Сынок, как дела? Вы в убежище? Мама, все хорошо. Ну, понимаете как? Ну, а что? Это ж такое дело. Вот, это мне знакомый наш, который, ну, друг пастора, который там в этих кругах военных в Киеве. Он мне периодически, ну особенно, ну кстати, когда вот эти серьезные атаки, он мне заранее шлет: дорогая сестра, пастор, вам надо в убежище срочно, потому что это серьезно. Я говорю: да, спасибо, спасибо, хорошо. Вот. Ну, надо вообще-то ходить, наверное, не знаю. Ну, все по вашей вере. Мы немножко с этим расслабились и молимся, конечно, чтобы вот, это вот этот ужас закончился. Но я к чему говорю? Что война войной, но жизнь у нас все равно одна. Ну, что поделать? Вот так случилось, что мы живем во время войны. Это нам что, перенести эти годы и сказать, ставим на паузу? Не, Бог обещает, что Он за все годы, которые пожирала саранча, тра-та-та, Он воздаст. Воздаст. А почему он... Марина, поставь мне его, пожалуйста. Ну что такое? Я вроде поставила, но что он... Зеленько, неприлично так. Как это? Еще музыка какая-то начнется вдруг. Вот. Все равно мы проживаем эту жизнь одну, и надо как-то продолжать жить. Понимаете? Продолжать. Ну, мы же не поставим действительно на паузу. Все равно надо заботиться, надо идти дальше. Вот. Поэтому спасибо большое, что вы меня... Мы в следующий, не в этот, в следующий понедельник соберем лидерское. Я все расскажу, кто чего как, оставлю задание. Спасибо, что вы меня в отпуск отпускаете. Я уже почти там одной ногой, но... А второй с вами. Заканчиваем все дела. Слава Богу, водное крещение провели. Такие главные моменты сделали. Вот. Ну, мне надо, потому что для меня Чернигов — это город, где я совершенно не могу расслабиться, понимаете? Вот, никак, нигде. Даже шорты одеть не могу, понимаете? Потому что кого-то встретишь обязательно. Ну что такое? Огонь приводит движение. Хоть у меня нету тех должностей, но какого-то епископа, какого-то это, еще скажут, вот. Огонь приводит в движение. Ребята, Псалом 103:4. Огонь приводит в движение. 103-й Псалом. Огонь приводит в движение. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Смотрите, какое прекрасное местописание, что мы как служителя, мы должны нести вот этот пылающий огонь. Понимаете? Вокруг нас вот все должно гореть, в хорошем смысле этого слова. Огонь пылающий. И когда-то я читала это, пастор Геворг тоже рассказывал несколько раз этот пример, он где-то в чьей-то проповеди слышал. Были такие, знаете, отцы-пустынники, потом оптинские старцы. Ну, когда, я сейчас не буду вам рассказывать о монашестве, вот этого все, откуда оно пошло. Вначале идея была хорошая, потом оно превратилось не совсем в то, что нужно, и, в принципе, мы, Библия нигде не говорит. Но был такой период церкви, где они несли вот это вот, как бы, чистоту веры, доктрины в себе, вот это вот все. И вот, значит, вот эти отцы, один из них встретился молодой, значит, такой горячий проповедник с ним и сказал, и спросил у него: скажи, пожалуйста, как вот мне, ну, не как-то там такой оборот, что не потухнуть как будто бы для Божьей работы, ну, постоянно быть, знаете, гореть для Божьего дела, как мне вот не разочаровываться, как... И, говорит, он вытащил руку, и вдруг его рука превратилась в огонь. Огонь. Так на меня смотрите. Ну, ребята, мы что, в чудеса мы не верим, нет? Или мы уже вообще в баптисты? Я вас больше туда не пущу. И не возьму, и вообще. Я шучу. Они очень хорошие.
Ой, и превратилась в пламень, понимаете? И он говорит, ты должен сам стать этим пламенем. Тебя должен настолько этот огонь охватить, ты должен сам гореть. Ты сам, твоя жизнь должна стать этим пламенем. Библия говорит, что Он хочет, чтобы мы были вот этот служителя Его, как пламенеющий огонь. Понимаете, война, не война. А что? А первые ученики, позвольте, ну, они вообще переживали гонения, их бросали в эти, и ко львам, и к этим, в эти гладиаторские бои. Ну, то есть вообще просто их распинали и поджигали. Так вот Нерон ненормально развлекался, поджигал, как факелы. Представляете, вот это вот себе устраивал такие перформансы. Он же вообще демонизированная личность была жутко. Вот. И этот псалом хорошо говорит о том, что мы должны стать вот этим пламенем сами по себе. Давайте мы сейчас перейдем к нашему хлебопреломлению. Да? Группа прославления. Марина, ты так, давай, собирайся. Собирайся. Я хочу больше молиться сегодня, поэтому, надеюсь, я вам донесла про огонь что-то. Да, ну, давай, спасибо. Божий огонь, Божий огонь, Божий огонь. Ах, слава Иисусу, слава Иисусу. Знаете, я это самое смотрела одну передачу интересную. Скажите, пастор, что тебя только в жизни интересует? Ну, я же должна подготовленная приходить и как-то расширять свои мозги. Я слушала одного человека, который занимается квантовой физикой. И там интересные такие, он рассказывал открытия, одни из последних, что как бы вот эти кванты, ага, они меняют свою структуру, когда они видят, что за ними кто-то... Ну, как они видят, я не знаю. В общем, короче, когда идет за ними наблюдение, они совершенно меняют свою структуру. Ну, это, ну, в общем, короче, знаете, Бог — это бездна премудрости, это вообще... Вот я где-то завидую ученым, особенно верующим, потому что они могут такое прямо вот наворотить. Это вообще, я просто совсем не из этой среды. Вот, получается, мне пришло такое откровение, что когда вот это око Господне на нас, да, когда вот эта молитва, что «презри на нас своим лицом», то есть получается, когда Бог обращает на нас внимание, когда мы молимся и хотим, вот у нас все наше, мы же состоим из этих всех мелких, оно все упорядочится, как Он хочет, от Его взгляда, понимаете, от Его лица, от Его присутствия. Ой, я уже... Хорошо. 1 Коринфянам 11:23. 1 Коринфянам 11:23. Вы знаете, мы сейчас проведем хлебопреломление. Это часть нашего служения. Это важная часть. Написано, что если мы не будем это делать, творить в это в Божье воспоминание, то мы с Ним не будем иметь части. Мы не будем иметь вот этой части. Также Библия говорит, что мы становимся причастниками божеского естества, то есть божественной природы, когда мы вкушаем Его плоть и пьем Его кровь. Это важное таинство Церкви. Мы не верим в идею предосуществления, что это превращается после молитвы именно в кровь и в плоть. Мы понимаем, что это маца, что это виноградный сок, да? У нас там были сегодня приключения с соком, ну ничего, это все такое. Слава Иисусу! Давайте прочтем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, у меня здесь хлеб, и преломил, он у нас уже в таком виде сломанном, мы уже заранее его преломили, и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Следующий стих. «Также и чашу после вечери, сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Да? И как написано, что в Евреях, послание к Евреям, что в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу соврать, потому что это есть пища завета, это то, чем был скреплен Новый Завет.
знаете, он был подписан кровью. И когда мы что-либо читаем, какое-либо слово, да, в Новом Завете, вы поймите, он был скреплен кровью Иисуса. Написано, что все обетования во Христе, да и аминь. Относитесь к этому так, как оно есть, понимаете? Просто устремляйте свой взор в это слово и съедайте его, потому что слово – это есть Иисус сам. Да? Вот. Но сегодня мы делаем хлебопреломление. Господь, я благодарю Тебя, Господь, за Твое тело, за нас ломимое, Боже. И написано, что ранами Твоими мы исцелились. Также я благодарю за Твою кровь Нового Завета, которая была пролито за оставление грехов, и написано, что очищает нашу совесть от мертвых дел. Спасибо Тебе, Боже, благослови. Раздайте, пожалуйста, и мы друг друга ждем. Написано, друг друга ждите. Никто не принимает, пока мы все не получим и не сделаем это под моим руководством. Хорошо? Простите меня, пожалуйста, он женщина возле меня, первый раз. Ага. Вызовите, пожалуйста. Хорошо. Да, вот мне сказали, я прошу прощения, я немножко в таком, значит, огненном драйве забыла, что надо пригласить на покаяние. Есть кто первый раз здесь? Вы первый раз, вы еще не покаялись. И если вы еще не покаялись, то вам нельзя принимать хлебопреломление. Есть? Нет, есть кто? Я помолюсь с вами. Проходите. А пока раздаем, и никто ничего не принимает. Без моего руководства. Как вас зовут? Мария. Мария, вы верите, что Иисус умер за ваши грехи? Нет. На третий день воскрес. И вы готовы со мной помолиться? Да? Давайте помолимся. Это очень хороший момент. И потом вы можете принять вместе с нами, после того, как мы произнесем эту молитву. Скажите, дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе, осознавая, что я грешница, и нуждаюсь во Спасителе. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, мои грехи, и войди в мое сердце, и стань моим Господом, и Спасителем, и запиши мое имя в книгу жизни вечной. Аминь. Слава Богу, я вас поздравляю. Вы теперь можете принять вместе с нами только вот, ну пройдите, поднесите, пожалуйста, сестре. Потом подойдете после служения, хорошо? Давайте, чтобы мы не прерывались. Так, драгоценные, все получили? Все получили? Все получили? Особенно принявшие водное крещение, ну, это для вас очень такой holy-holy moment, очень святой. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Иисус, 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 Иисус. Мы благодарим Тебя, благодарим, благодарим Тебя, Господь. Спасибо, Боже, за Твое тело ломимое, Боже. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что написано, ранами Твоими мы исцелились, Боже. Поэтому, когда вкушаем этот хлеб, мы принимаем Твое исцеление для духа, души и тела, во имя Иисуса Христа. Примите, едите, как сказал Иисус. Мы можем принимать. Прообраз крови Иисуса, которая была пролита за каждого из нас. Это самая высокая цена во Вселенной. Написано, что мы куплены дорогою ценою. И поэтому мы не можем быть рабами греха и рабами человеков. Боже, я благодарю Тебя, что из-за этой крови всякое рабство греха, оно разрушено в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Боже, что благость Твоя ведет к покаянию, и что всякий грех, он распадается просто от Твоего присутствия. И посредством принятия крови мы имеем силу и власть над грехом и прощение во имя Иисуса Христа.
Принимайте, 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 дорогие. Написано, что это кровь. Она не только прощает, не только восстанавливает, она очищает совесть от мертвых дел. Она очищает совесть от мертвых дел. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе. Давайте поклонимся, пока будем молиться. Я благодарю, что ты здесь, на этом месте. Спасибо тебе, спасибо тебе. Аллилуйя, Боже, благодарю, благодарю тебя. Спасибо тебе, спасибо, 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 спасибо. Пожалуйста, все, кто принял водное крещение, проходите сюда. Мы сейчас будем молиться. И кто не крещен Духом Святым, мы помолимся, чтобы этот дар языков сошел на вас. Если вы крещены Духом Святым, то просто Господь прикоснется к вам особенным образом, особенным образом, особенным образом. Благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, Господь. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо, 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 спасибо. О, Боже, 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 крестящий Духом Святым и огнем, крестящий Духом Святым и огнем, прикоснись, Господь, к моим дорогим братьям и сестрам во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, о, Дух Святой, сойди на нее, сойди, Господь, во имя Иисуса, твоей силе, Боже, 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 крести ее, крести, погрузи ее в себя, Боже. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Да, Господь, больше, 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 Господь, во имя Иисуса Христа. О, Дух Святой, крести, крести, крести ее Духом Святым и огнем. И вы можете открывать уста и начинать просто славить Бога. И пойдут иные языки, потому что написано, что Бог, Он крестит Духом Святым. Это идет знамение говорения на языках и огнем. Поэтому просто открывай свои уста и начинай славить Бога. Говорить Ему что-то, и скоро это изменится и превратится в божественные языки во имя Иисуса Христа. О, Дух Святой, наполни, 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 наполни. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса,
во имя Иисуса, именем Иисуса, благодарю, благодарю, благодарю Тебя, Господь. Благодарю, благодарю, Господь, благодарю Тебя. О Боже, во имя Иисуса Христа, наполни мою дорогую сестру, наполни Духом Святым и огнем, Духом Святым и огнем, Духом Святым и огнем, Духом Святым и огнем. Спасибо Тебе, Господь, Духом Святым и огнем, Духом Святым и огнем. О Боже, сожги все неугодное Тебе в ее жизни во имя Иисуса. Благодарю Тебя, наполни Духом Святым и огнем от макушки головы до подошвы ног, Боже, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. О Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя. О Божий огонь на моего дорогого брата, во имя Иисуса, во имя Иисуса. О Боже, Божий огонь, наполни ее, говорите, говорите, говорите. О, прекрасно, мы уже давно тысячи. Слава Тебе. Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аллилуйя, слава Тебе. О, Дух Святой, еще больше, 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 Господь. Твоя судьба, Твое предназначение, да откроется по мере ее следования за Тобой. Откройся ей, Господь, как любящий отец, как заботливый, который печется о ее нуждах. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя за Твой покров. Спасибо, Господь, спасибо. Вы можете возвращаться на места, молитесь, продолжайте молиться на языках. Кто получил, кто не получил, вы в процессе.